Компания «Надежда» имеет большой практический опыт установки и эксплуатации газовых моноблоков для заправки автомобилей сжиженным газом пропан-бутан, в том числе на существующих АЗС. В 2005 году налажено производство по изготовлению газовых моноблоков, на котором серийно выпускаются газовые моноблоки типа N1 и N2. Газовые моноблоки выполнены в модульном исполнении, что обеспечивает сокращение сроков монтажа и ввода в эксплуатацию. В технологической схеме газового модуля используется современное оборудование известных фирм, таких как ВПС, Коркин, Гидровакуум, Завгаз, Блэкмер. В связи с увеличением объектов и более эффективной работы компания «Надежда» создала сервисную службу, которая выполняет следующие функции: установка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Компания предлагает строительство АГЗС с быстро монтируемыми торговыми залами с подземными и надземными резервуарами. Все конструкции производятся на высокотехнологичном оборудовании завода компании «Этуаль». После сборки, обработки и покраски конструкции поставляются на объект, где монтируются в кратчайшие сроки. При размещении АГЗС в южных регионах во избежание чрезмерного нагрева наземных газовых резервуаров разработаны и применяются солнцезащитные козырьки.